Друзі, здравствуйте! Буду з вами все чаще і чаще. Надіюсь зустрічатися на Ютуб-каналі. У нас буде кілька форматів роботи. Перший формат роботи це буде наша аналітика. Аналітика буде виходити українською мовою переважно чи українською російською мовою, двома мовами. Але щотижня тижня я сподіваюся повернутися до вас в форматі підсумків тижня. Які ми будемо писати з різними людьми в форматі інтерв'ю чи в форматі стендапів, також як буде ситуація складатися. До речі, якщо ви хочете виступити в, форма... в якості інтерв'юера, просто познайомитись зі мною, то пишіть, будь ласка, на канал, і ми з вами поспілкуємося і, можливо, вас запросимо на наступне відео. Кромі того, будуть YouTube-трансляції, Думаю, як мінімум, десь раз в дві тижні ми з'їмо будемо діяти всі відвідати на питання. Для того, чтобы зрители этого канала со всего мира могли поставить свои вопросы, получить какие-то ответы на, по, по, по тем направлениям или с теми темами, которые мы здесь из кабинета не понимаем. Кроме того, будет продолжаться формат интервью. Я вам обещаю еще много-много очень интересных гостей, и украинских, и иностранных. Будем говорить с разными, но всегда умными людьми. Ну и, конечно, у нас есть англоязычная часть, англоязычный блог, там тоже будет аналитика недели, там появится много интервью с коллегами США, Индии, Китая, многих-многих стран around the world. И там, я думаю, тоже будет очень интересный контент, которого нет пока что в нашем информационном пространстве. Работать будем более, я думаю, активно. Книжные обозрения я не забываю. Запишу вам снова несколько новых книжечек, которых я прочитал последнее время. Поэтому я думаю, что канал будет интересен, и он вас не будет разочаровывать. Вы мне тоже очень нужны, друзья можете подписываться, можете не подписываться на канал, но мне уже важны ваши вопросы, ваши реакции, ваши комментарии. Для меня вы, а я вижу, где живые люди, где ботофабрики, для меня вы то такие же участники политических процессов и диалога, как все люди, которые меня вот физически сейчас окружают. Спасибо, друзья, до новых встреч. Все же рекомендуйте и подписывайтесь, и думаю, что все с нами будет хорошо. До свидания.